Ну, мы из другого совсем мира. Но нам это очень нравится, и мы хотим быть здесь дальше. Поэтому, в общем, мы пытаемся найти со всеми общий язык. А что означает паэлера? Сковородка. Сковородка? Мы, конечно, выбрали как эксперимент. Я возьму сковородку. Потому что нам хотелось и хочется до сих пор, чтобы с ними такое интересное. Конечно, сложно перепеть Шаде, но у нас и задача другая. Мы очень волновались, сможем ли мы себя в этом новом жанре как-то проявить, выглядеть уверенно и достойно. Ее надо спеть совершенно по-своему. Я надеюсь, что получится у них все. Мы за них переживаем. К сожалению, на главной сцене от мнения публики ничего не зависит. Виктор Дробыш. Я боролся за этих девчонок. Мне вообще хотелось, чтобы они были в моей команде. Это одна из самых лучших песен Шаде. Шаде перепеть невозможно. Даже Антон Беляев при всем не сможет этого себе позволить. Странный выбор, мне жалко. Ну, опять же, как «Лунную сонату» играть. Но если вы взяли эту песню, вы так красиво сели нога на ногу. В принципе, надо было просто добить картинкой. Хотя либо кинофильм «Девчата», либо где-то на складе стеклотары, где бутылки пустые. И... даже не знаю, сейчас для меня это просто отвратительное исполнение прекрасной песни.
на самом деле, нет, это очень интимная музыка. Ее в таком большом зале сложно воспроизвести. Ну, вот я имею в виду, вот в этом виде. В смысле, Шаде это может, но мало кто может еще. Я не понимаю, как 5 талантливых женщин на сцене, и как вы позволите, чтобы бак-вокалистов там пели? Вы должны петь, вы группа. И там это не группа. И там на конго играет человек, и просто вот эту девушку просто не в ритм мне звучало. Так что 2 группы играли. Спасибо, Уолтер. Все понятно. Константин. Ну, в оригинале в этой песне главная составляющая – это эротизм и печаль. Знаете, если эти 2 составляющие из этой песни вынуть, то получится просто такая песня у костра, вот как вы сейчас пели, вот костерок только надо было разжечь, и получилась нормальная походная песня, которую нужно петь на природе. Вот. Но ушло самое главное, поэтому это, наверное, и никого и не тронуло, потому что суетливо и холодно. Теперь можно мне сказать? Конечно, Максим. Да. Вот обратите внимание, да, стоит там 5 тоненьких женщин, музыкантов. Да, и напротив сидят 5 мужчин, которые натужно пытаются унизить девчонок как только можно. Это мужчины сидят, вот это вот, по правую руку все. Что касается исполнения песни, безусловно, перепевать Шаде – это все равно, что перепевать там, Аллу Пугачеву. Это практически невозможно. Конечно, Макс вам дал практически непосильную задачу. Исполнение было немножко нервное, но при этом был определенный шарм, когда девушки играют ритм, когда на гитарах все это происходит. Мне, в общем, выступление девушек понравилось. А я хочу добавить, что... Подожди ты сегодня добавляешь. Вот независимо от выступления следующего участника, я свой голос отдаю за вас. Вот так. Скажите спасибо большое, не надо. Абсолютно искренне. Положи микрофон. Скажите спасибо большое, не надо такого. Надо было сначала думать, что говорить. Любая ошибка артистов на сцене – это ошибка продюсера. Поэтому вы здесь ни при чем. Вот, просто знайте это, и это моя собственная проблема. Спасибо вам большое, девочки, за то, что вы это выслушали, и за то, что вас хватило мужества не ответить всем остальным. Максим, а я думаю, все не так уж и грустно. Девчонки чуть-чуть нет, переживали. Да. Это была интерпретация любой песни. Любую песню можно спеть по-своему. Вот, например, вышел молодой человек, пел Тони Брэкстон. Когда я сказал, что он поет сольфеджио, сколько истерики было справа. Господи, боже мой, да как так? Даже он, у него льется, голос летит. Все летит везде. Понимаете? Обожаю скандалы в шоу-бизнесе. А я пытался. Скоро будет драка. Гарик, я рассказываю тебе. А, мне, простите, да, Максим. Ты единственный у меня сейчас, я же делюсь с тобой сейчас этими ощущениями. Я так понимаю, вы не хотите уже разговаривать со своими коллегами в жюри, да, Максим? Нет, нет. Дело не... Нет, у меня нет обид. Гарик, мне папа зовет домой, можно я пойду? Мне просто ругаться будут. Это уже поздно. Гарик, Макс, пожалуйста, я просто прошу прощения от девочек, от вас. Потому что я не участвовал в этом. Я просто критиковал на музыкальном... Нет, нет, дело не в критике.